Ханты-Мансийск теперь носит почетное звание «Город трудовой доблести». Президент России Владимир Путин принял соответствующее решение и озвучил на заседании Российского организационного комитета «Победа». Добавлю, Ханты-Мансийск, а точнее его жители, внесли существенный вклад в общую победу во время Великой Отечественной войны. Отсюда на фронт отправляли продукты питания. Так, около 70% рыбных консервов, которые получали солдаты, производили именно на Ханты-Мансийском рыбном комбинате. Коллектив предприятия выпустил за время войны почти 30 миллионов банок консервов. Здесь также производили крутосоленую рыбу и рыбную муку. Кроме того, югорчане заготавливали древесину для лыж и делали болванки для винтовок. А еще в Югре добывали пушнину. Меха шли в счет оплаты ленд-лиза. К охоте на пушных зверей широко привлекали школьники. Они ставили ловушки, помогали охотникам добывать ценный мех. В Ханты-Мансийске завершил свою работу международный форум «Север-Юг. Комфортная среда». В течение нескольких дней федеральные эксперты, ученые, урбанисты и чиновники обсуждали лучшие практики, вызовы и потенциалы городской среды в новых меняющихся условиях. Ежегодный конгресс проводится под эгидой Министерства строительства и ЖКХ. В программе были дискуссии, круглые столы и деловые встречи. Центральной темой стало повышение индекса качества городской среды. Закрыла форум пленарная сессия «Россия. Территория комфорта». Участники отметили, что Югра сегодня один из лидеров нацпроекта «Жилье и городская среда». Кроме того, по итогам форума самые интересные и эффективные практики округа будут тиражировать на всю страну. Это большая работа, тяжелая. Удержать теперь очень важно, потому что мы видели на протяжении этих двух дней, насколько заточены команды муниципальные, региональные на то, чтобы выполнить вот эти показатели, установленные президентом Российской Федерации. Мы добиваемся того, чтобы по каждому индикатору мы фиксировали рост. В поселениях Советского района организуют работу избирательных комиссий. 10 сентября жители будут голосовать за губернатора Тюменской области. Кроме этого, в Таежном, Малиновском, Агерише определят главу поселения. В этих же населенных пунктах и еще в Алябьевском проголосуют за состав местного совета депутатов. В Советском надо будет выбрать парламентария в районную думу. Воспользоваться своим избирательным правом получится и подопечных советского пансионата круглосуточного ухода. Они могут сами посетить участок, либо проголосовать по месту проживания. Участковая избирательная комиссия обязательно организует выезд на место. Кабинки для голосования установят в актовом зале. За процессом будут следить общественные наблюдатели. Также рядом будут волонтеры. Знаю, что у вас колясочники, которые непосредственно ездят на избирательный участок, в частности Олимпа. Там у нас есть пандус. И, соответственно, на каждом избирательном участке будут волонтеры. На входе в здание окажут помощь, допустим, преодолеть там одну ступеньку или несколько ступенек. И будут волонтеры на избирательном участке непосредственно, которые... Если вы желаете, чтобы вам оказали помощь в заполнении бюллетеня, допустим, плохо видите или затрудняетесь прочитать. В Нягане строят магистральную дорогу. Это транспортная артерия. По улице 20 лет Нягани свяжет улицы Ермака и Петра Великого. А также выйдет на новую школу, которую в ближайшие 2 года построят в 7-м микрорайоне. В этом году часть дорожного полотна уже полностью заасфальтирована. Пешеходные тротуары от проезжей части отделяет зеленая зона. Это радует няганцев, ведь раньше перемещение по этой части улицы в период распутицы или дождей было крайне затруднительным. Сейчас у горожан жалоб нет. Гарантийный срок на асфальтобетонное покрытие у нас не менее 5 лет. А остальные конструктивы у нас по дорожным одеждам – это основание, там 8 лет, там эти щебеночные, песчаные основания, бордюрный камень, там все сроки получаются разные по ГОСТу. Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска обновила парк медтехники. В отделениях реанимации и интенсивной терапии установили 12 новых наркозно-дыхательных аппаратов, 8 анестезиологических систем экспертного класса и 4 высокого класса. Производитель – крупнейший холдинг из Китая, разрабатывающий медицинское оборудование широкого профиля. Аппараты этого бренда активно поставляются и в другие больницы Югры. Кроме того, специалисты окружной клинической больницы прошли курс повышения квалификации на базе сервисного центра завода-изготовителя. И теперь
теперь самостоятельно смогут выполнять техническое обслуживание и ремонт данных аппаратов. Добавлю, что средства на покупку новой медтехники поступили благодаря целевой региональной программе. Государственная библиотека Югры стала одной из лидеров на всероссийском конкурсе. В Москве выбрали лучшую профессиональную книгу года. И наша окружная библиотека заняла 3-е место в номинации «Полиграфическое исполнение» с художественным альбомом «Митрофан Алексеевич Тебетев. Путевой блокнот». Он представляет собой коллекцию рисунков известного хантыйского художника, в которой впервые были показаны наброски и эскизы к полотнам «Ханты-Мансийск-центр», «На пристани», «Аэропорт» и картинам из национального цикла «Хантыйский праздник», «Ожидание» и «Усадьба среднеобщества». Обского ханты. Югорчанка установила новый мировой рекорд по пожарно-спасательному спорту. Достижения зафиксировали на чемпионате мира, который проходил в Стамбуле с 31 августа по 6 сентября. Россию представляла Екатерина Чендакова из Югорска. Она является старшим диспетчером службы пожаротушения МЧС. На 100-метровой полосе Екатерина показала лучший результат и установила новый рекорд. К слову, участие в чемпионате принимали спасатели из 14 стран. Сезон ОРВИ и гриппа не за горами. Югорские медики напоминают о необходимости позаботиться о защите здоровья как своего, так и окружающих людей. Самым эффективным методом профилактики ОРВИ врачи называют вакцинацию. В медицинские учреждения поступил большой запас вакцин против гриппа от различных производителей. Так что прививок хватит всем. Людям из группы риска с целью избежания тяжелого течения сезонной болезни вакцинация рекомендуется в обязательном порядке. Это беременные женщины, врачи, педагоги, работники общественного транспорта и коммунальной сферы, лица старше 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями сердечно-легочных системы и сахарным диабетом. Есть профилактика специфическая, это, как я уже сказала, вакцинация. Есть неспецифическая вакцинация, профилактика вирусных инфекций, куда относится это обязательно мытье рук, это избегать скоплений людей, это ношение, если человек болен, масок с обязательной сменой каждые 2-3 часа этих масок, это проветривание помещения, это прогулки на свежем воздухе. Ну, во-первых, если человек заболел, чтобы предотвратить все-таки распространение инфекции, ему необходимо оставаться дома. Для этого есть возможность либо вызвать врача на дом, либо обратиться в отдельный фильтр-бокс, который есть в каждой поликлинике, чтобы ограничить число лиц, которые будут с ним контактировать, и не подвергать их риску того, что они заболеют. Общедоступная, всесезонная и круглосуточная. В Покачах в рамках нацпроекта «Спорт. Норма жизни» построили современную площадку с тренажерами. Часть физкультурной зоны предназначена для занятий стрит-воркаутом. На новой площадке можно заниматься при любой погоде. Кровля из прозрачного материала надежно защитит от осадков, в то же время не затемняя пространство. Но и когда солнце сядет, спортсмены смогут продолжить тренировки. Им просто нужно будет включить свет. В этом году в Покачах городе планируют открытие еще одной спортплощадки этого же класса, но с еще большими возможностями. У меня есть очень много друзей, и я их буду тащить сюда, чтобы они занимались и тоже становились сильнее. Я умею делать топорик. Умею топорик делать, где надо прыгать, умею, где надо руками держаться за турник. Умею крутиться много раз, умею переворот вперед, переворот назад. Площадка эта появилась, во-первых, благодаря жителям города Покачи, которые уже на протяжении ряда лет удерживают и занимают призовые места и удерживают город Покачи в тройке лидеров по сдаче норм ГТО. И спасибо, это все-таки заслуга жителей. Ну и монтаж этой площадки был осуществлен подрядной организацией, которые, в свой профессиональный праздник сделали еще и подарок городу. Югорские биатлонисты готовятся к первому этапу Кубка Содружества. Он пройдет в Сочи. Там спортсмены будут соревноваться по правилам летнего биатлона, то есть гонки пройдут на роллерах. Биатлонистам предстоит выявить сильнейших в спринте, гонке преследования и масс-старте. Бороться за медали будут 18 югорчан. Среди них лидеры прошлого сезона – Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая и Никита Поршнев. В этом году Кубок Содружества пройдет в 4 этапа. Биатлонисты пробегут 1 летний, этап и 3 зимних. Кроме Сочи, международные старты примут Уфа, Раубичи и Мурманск. Первые гонки Кубка Содружества по летнему биатлону состоятся 7 сентября. Медали будут разыграны в спринтерской гонке.
Всем привет, югорчане! Сейчас нахожусь в Сочи, в горах, где с 7 по 10 сентября пройдет Альфа-Банк Кубок Содружества на стадионе Лаура, где мы примем участие. Погода замечательная, настроение отличное. Так, смотрите трансляции, а мы будем радовать вас своими победами. Мамонты Югры одержали вторую победу над екатеринбургским «Авто». Ответный матч накануне прошел в Ханты-Мансийске. Югорчане с первых минут захватили инициативу, но поразить ворота соперника не получилось. А вот гости, напротив, поймали хозяев на ошибке и открыли счет. Интересно, что забросил шайбу экс-игрок «Мамонтов» Павел Ковальчук. Уйти на перерыв лидерами гостям не дал Иван Криванков. Югорчане сравняли счет за 4 секунды до конца периода. Второй игровой отрезок вышел богатым на события. За первые 5 минут команды забросили на двоих 3 шайбы. Дважды отличились хоккеисты «Авто» и стали лидерами. Но «Мамонты» по отработанной схеме сравняли счет в конце периода. В третьей 20-минутке гости вновь вышли вперед. Но югорчане тут же ответили 2 голами. Итог противостояния 5-4. «Мамонты» Югры благодаря хорошему началу сезона вышли на первое место в конференции «Восток».